Ребята, у меня открылся свой магазин ключей и аккаунтов flaggames.ru. В моем магазине безумно низкие цены на товары, беспроигрышный рандом, гарантии и розыгрыши каждый час. Обещаю, что в моем магазине тебе понравится. Попробуй сам. flaggames.ru. Ссылка в описании. Hey, what's up, внизу FlaggyK, добро пожаловать в Hearthstone. Приключения Кобальда и Катакомбы. Сегодня мы продолжим проходить испытания за нового героя. Интересно, за кого? Как вы думаете? Даю подсказку. Это один из 9 героев в Hearthstone. Кто это? Как вы думаете? Р. Ога. Разбойник. Поехали, разбойник попробует отыграться. Вам никогда не выковать легендарный Кельдерар. Не, а поняли. Это на охотника, да, оружие? Или я ошибаюсь? Что там грабишь? Монетку? Так. Никому не избежать моего гнева. Делаем вот так. Пошел нахуй. Опа. Так. Будем делать деку с килисетом. Хочу килисета. Слушай, до конца хода. Да ну тебя нахуй. Сразу ебашим. И что тебе это даст? О, ну нихуя себе. Что вы делаете здесь? Я восстановлю справедливость. Угу. Ага. Может, еще оружие возьмешь себе в руки? Сука, ладно. Пам! Пам! И в еблет. Конечно, нужно было, когда у меня прошлый с 2 было, а не один. Ну да похуй. Спасибо. Спасибо. А не за что. Знаете, что мы сейчас сделаем? Супер муф. Супер муф. Этому парню конец. Хотя могли вровень так типа ударить. Но нахуй надо. Когда можно сделать красиво. Сложно. Ладно. Первый. Извините. Первый летает. Ваше заклинание стоит на одну меньше. Вы получаете дублитный кристалл майна в начале матча. То есть у нас самый звук начинаем. У ваших существ постоянная маскировка. То есть я постоянно получаю въеблет. За что огромнейшее спасибо. Мне это не особо нравится. Поэтому мы, знаете что, ваше заклинание стоит на одну меньше. Алчность. Марин Лис. Макрови Талнас. Карманник. Мастер Клинка. Ваше оружие получает яд. Ваше оружие получает... Вот если тут будет легендарное оружие, то без проблем. А так пока... Уня. Алчность. До Марин Лиса мы, конечно, не доживем. Как говорится, на втором ходу не возьмем мы Марин Лиса. Но сокровище это пиздатое, по крайней мере. Блять, ну какой пиздатый босс был все же. Согласитесь, реально пиздатый босс. И ледведица. Ледведица. Никому не избежать. Когда это существо атакует героя, вы... Да. Вам кобальдом... А я кобальт, наверное. А это кто у нас? Прикинь, я кобальт, блять. Так, что это у тебя? Ну, дай почитать. Замораживать, окей. Замораживай. Монетку использовать, замораживай, давай. Ладно. Алле, оп. У меня есть кусташка, хочешь купить? Пам. Фьят. А, нет. Ты не хочешь этого ударить? Нихуя себе. Ты интересный парень, я вижу. А нет, пока подождем. Пока подождем. Нет времени ждать. О, Марин Лис. Ну-ка нахуй нам Марин Лис, интересно. Пам.
Летал следующий ход. Если не начнет бить моих. Ага, начал. Нет, не замораживай. Первый раз. Что тогда делать? Шарю. Шараёб. Пам. Не три урона, да? Нет, два урона. Ха, этому парню конец. Ну что, вы на следующий ход сделаете? Ага. Так ты маг? Окей. 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 Едем дальше. Так, что за добыча? Культ Ктуна, нахуй надо? Набор хитростей. Вот это, кстати, пиздатая карта. Говно. 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 Набор хитростей. Блядь, он заебал. Это реально просто... Не, хотя это лучше, чем... Ебучая крыса с рывками этими, которые все свои существа рывком наделяет. Это реально в пизду это существо. Надзиратель Магарк. Да Магарк. Никому не избежать моего гнева. Вот осе в очко запихни, блять, вот эту раскаленный хлыст. И посмотрим. Время боли, блять. Долбоеб. Яд. Что тут у нас? Нет, только не провокация, сука. Ладно. Один ход отыграем. Я восстановлю справедливость. Ой, на монетку мы можем сыграть Талноса. Или... Или наше существо. Как говорится, с новыми силами запустить на поле боя. Ага. Ага. Копирует предсмертный хит вашего... Да, нет. Подожди. Ты бы сказал, что... Я вот... Мое... Мной выбранное существо. Вот. Сука. Не получилось наебать систему. Сейчас в монетках весь буду купаться. Ой-ой. Бэм. Хлыстай. Бам. Лох какой-то вылез. Марвин Лис. Кстати, проебать можно легко. Какую-нибудь хуйню выдаст и все. Не надо было Таноса. Выбранное существо противника наносит урон, равный своей атаке существам, находящимся по обе стороны. То есть 5 даст. Ну, хуйня. Можем же Марин Лиса кастануть. Но ладно, сделаем тогда вот так. Бля, надо ударить и потом, сука. Мисплей. Мисплей. Ага. Я уж ты долго играть хочешь со мной, но вынужден тебя огорчить. Твое время пришло. Этому парню конец. Бла-бла-бла-бла-бла. Вот так, блядь, хуяку сосешь, тварь. Что мы сейчас берем? Пиздата. Ага. Хочу зеленые карты кидать. Хочу пидорасом быть. Бля. Набор хитростей. Зеленые карточки. Глубоко скрываться, а появляться в фаре с цеплялками.
Окей. На этом мы закончим, ребята. Следующую серию мы продолжим кидать зеленые карты, а на этом заканчиваем. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх под этим видео. С вами был FlageGay. Всем удачи, всем пока.